Доброе утро. Мы приехали в город Тараскул. Время 8 утра. Поэтому, пожалуй, я не буду показывать себя поближе. Ну и от греха подальше, так сказать. Доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро. Ой, Светик, доброе утро. Ой, а что это у тебя такое? Ладно, не рассказывай, это слишком интимно. Спасибо. Охо, ничего себе. Вот это покои. Королевские. Класс. Сегодня здесь я буду безудержно в разных позах высыпаться. Итак, как вы видите, на человеке появилось лицо. Мы едем на концерт в городе Старый Оскол. На городскую площадь? На городскую площадь. На городскую площадь. И он уже идет очень давно. Мы его будем завершать. Здрасте. Здравствуйте, это молодой блогер. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Добрый вечер. Ну, ё-моё, Алексей, да. Ваш гримёрщик, пожалуйста. А спасибо, Павел Эдуардович. Михаил. Хотите сыр? Кто раньше всех приехал? Того и еда. Так, а ты что тут караулишь? Светку караулю. Слушка. О, вообще люкс. Лухаря, лухаря. Так, что точишь, а? Что точишь? Губы темные. Ну ладно. Столько еды. Надо ее истреблять, а то ее истребят другие. Опоссумы сейчас все съедят. Девчонки. Спасибо вам большое, вы молодцы. Так, похлопайте сами себе. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Павел. Короче, значит, видеоинженеринг. Bodyguards service. Stage technique service. English. Concert management. Personal assistance. Travel agency. Dancer. Choreographer. Euro Association. Manager with recommendation. National Association is Euro. Sometimes sound engineering. Drum tech. K-Tech. Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana official Burati ambassador. All this it's me. Yes, it's Pavel Nazarov. Yes, yes. Check this. Nana ambassador also. На цирк уехал, клоуны остались. Все. Понимаешь, да? Танцевать будешь какой-то сальсу? Понимаешь, уровень. Ча-ча-ча. Чувак! Так ты теперь здороваешься с людьми. Да. Так что тебе повезло, что у тебя камера. Он меня гнобит.
Я не сниму, мне платье, на сцену. Платье-штор. Да нет, там все здорово. Детей много. Дождь начинается тоже. Это да, это ваша какая-то карма. В смысле? Ну, в смысле, хорошая погода. Слушай, что-то мне не нравится этот рэперок. Как сел в я тачку, не вижу так ваши зонтики. Так начал грузить. А ты бы хотела вести детский голос? Вести? Ну, это там, выбирать, поворачиваться жопами. А, хотела бы, да. А ты ничего не хотел бы? Я бы очень, я бы взрослый повел. Чисто пикни угар. И третий ведущий, я Эстевский, кто? Ты никуда не пойдешь. Здравствуйте, это Юлиана, это не я. Я просто... Давай вот тебе дверь открою, подожди. Да не надо. Давай. Погоди, давай. Я готов выйти и выйти. Ты же там был уже сегодня. Да, там классно. Но когда я был, было солнышко. Рука, именно и звезд, небесна. И других планет все видят нас. Где-то хорошо с тобой мечтать об этом. На самом деле, сейчас просто мы выйдем и будем делать бирмамаджан просто полный вообще. Очень интересный блог. Смотрите, а это блок называется Кутузовский проспект. Мы не нуждаемся в рецензии нашего фильма. То, что ощущаем мы, другим не видим. Вы же этот канал завели, потому что у нас есть уже не на что, да?